Анонс и точная дата выхода 8 серии нового сериала «Капкан на судью». 8 серия сериала выйдет на интернет-площадке Кион 25 августа. Напомним, ранее в сериале мы увидели, как похитители не звонили семье Анны с целью выкупа. В скором времени выяснилось, что у преступников были абсолютно иные намерения. Они нацелились на Андрея Владимировича и собирались уличить его в обмане. Неизвестные недоброжелатели требовали, чтобы он рассказал людям правду о себе и своей профессиональной деятельности. Они хотели, чтобы уважаемый судья раскрыл все карты и признался в совершенной ошибке. Подобное заявление могло стоить ему карьеры и навсегда запятнать его репутацию. 55-летний мужчина оказался перед сложным выбором. От его окончательного решения зависела судьба его ребенка. Напомним, 8 серия сериала выйдет на портале Кион 25 августа. Если вам нравится сериал и ждете выхода новых серий, тогда ставим лайки, подписываемся на канал, жмем на колокольчик, чтобы быть в курсе последних новостей о новых сериалах. Спасибо за подписку и лайки.